Чтобы сотворить новогоднее чудо, не обязательно быть Дедом Морозом. Достаточно лишь иметь желание подарить окружающим настоящий праздник. Канал 16 вновь начинает благотворительную акцию «Мы помогаем». И в этот раз мы проводим ее совместно с депутатами городской думы. Радостно, что канал 16 с такой акцией идет, расширяет ее деятельность и на нас тоже. Людей, нуждающихся, у нас очень много. И каждый депутат на своем округе этих людей знает. Пусть это будет какая-то помощь, ну, может быть, в некоторой даже степени символическая, но когда одиноким людям оказывают такое внимание, они это очень ценят. Мы это все знаем и реагируют на это очень позитивно. И как-то, ну, все наше общество становится немножко лучше. Впервые акция «Мы помогаем» стартовала 2 года назад. В преддверии больших праздников редакция нашего канала и неравнодушные жители города помогали одиноким пенсионерам, собирая такие необходимые для них продукты питания и средства гигиены. За это время продуктовые наборы и подарки получили не один десяток бабушек и дедушек. Мы получаем огромную обратную связь на нашу акцию и со стороны жителей города Сарова, которые с удовольствием несут подарки и продукты для пожилых людей, так и от тех людей, которым мы помогаем. Мы получили много писем, много звонков в нашу редакцию со словами благодарности, потому что, казалось бы, небольшой подарок, продуктовый набор на самом деле приносит в дом к этим старикам, которые волею судеб остались одиноки, настоящий праздник. Принять участие в благотворительной акции и подарить немного радости и волшебства людям, так нуждающимся в заботе и поддержке, может каждый саровчанин. Для этого нужно совсем немного. Можно купить хозяйственные товары, продукты, мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, чай, какао, сгущенку, паштеты, сладости. Также можно приложить небольшой новогодний подарок – календари, шарф, теплые носки, подарочное полотенце или маленькую мягкую игрушку. Что бы вы ни принесли, это доставит искреннюю радость получателям. Присоединяйтесь к нам. Передать товары для бабушек и дедушек можно по адресу: Силкина, 41, 2-й этаж. Давайте дарить праздник вместе!